Привет, как дела? Сегодня я расскажу и покажу вам рецепт пирожных брауни, которые я готовила в английском доме, где я жила с собаками, по-моему, в 2014 году. У меня остались записи, и сегодня я покажу вам рецепт и, собственно говоря, готовку. Этот рецепт я нашла в одном из журналов, английских каких-то журналов, и вот у меня даже сохранилась страничка. Скорее всего, я взяла его из журнала «Show Cake and Bake», о котором я тоже вам когда-нибудь расскажу, потому что, насколько я помню, вот эти ингредиенты, которые стояли на моем столе, которые я вам сейчас покажу, они как раз-таки были мне презентованы как прессе в гуди-бэге, то есть в пресс-пакете, в котором обычно выдаются какие-то пробнички. И вот я видела, что там на столе стоит сахар. Это 100% было в пресс-пакете The Cake and Bake Show. И вот сегодня я для вас в качестве новогоднего подарка, в качестве новогоднего рецепта, который вы можете приготовить на Новый год, буду рассказывать и показывать, как сделать бурбон пекан брауни. Ну, если честно, бурбон у меня был. Я нашла в шкафу этой семьи. У них стоял там какой-то бурбон, уж не знаю, сколькилетней давности. Надеюсь, что ничего коллекционного я у них там не выпила, но я немножечко налила. А вместо пекана, я, конечно, люблю пекан, но у меня на тот момент его не было, я взяла walnuts. Это грецкий орех. То есть, ну, немножечко с небольшими отклонениями у нас будет бурбон walnut брауни. Ну, это был мой первый опыт. Потом я еще раз готовила в этом же доме, но уже не снимала. Если честно, не очень получилось, видимо, потому что, ну, я думаю, что многие русские этим увлекаются. Мы все насыпаем на глаз, мы не меряем мерочными стаканчиками, мы 200 грамм считаем стаканами и так далее. В общем, немножко ингредиентов, видимо, то ли не хватило, то ли пересыпало, и в итоге не совсем получились правильные брауни, но, тем не менее, получились брауни. Как все это было, рассказываю и показываю сейчас. Для того, чтобы приготовить брауни по-бурбонски, нам понадобится 200 грамм темного шоколада, 125 грамм масла, 2 яйца, 125 грамм коричневого сахара, 100 грамм белого сахара, 75 миллиграмм бурбонского виски, можно заменить молоком, если вы хотите алкоголь-фри, 2 чайные ложки ванильного экстракта, 175 грамм муки, 1 чайная ложка какао и 125 мелко нарезанных орехов пекан или любых других орехов. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов или поставьте на пятерочку для газа. Подготовьте противень 20 см длиной и положите на него фольгу. Расплавьте в кастрюле шоколад с маслом до получения однородной массы и оставьте на теплой поверхности. Взбейте яйца с двумя сортами сахара до получения однородной консистенции, светло-бежевого цвета. Затем смешайте шоколад с маслом и яйца с сахаром вместе. Добавьте бурбон и экстракт ванили. Перемешайте муку с какао и высыпьте все это в шоколадную смесь. Ну и наконец-то насыпьте туда мелко накрошенные орехи. Все это выкладываем на противень и выпекаем 25 минут.
Когда угощение готово, вытащите противень из духовки и оставьте до полного остывания. Затем пирожные брауни нарежьте дольками острым ножом. Приятного вам чаепития! Ну вот такие вот получились у меня пирожные. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. Приятного аппетита и до новых встреч!